10 лет назад студенты Брестского университета имени Пушкина, юноши и девушки из ближнего и дальнего зарубежья вышли с инициативой провести фестиваль иностранных студентов. На празднике они смогли показать свои таланты, традиции и культуру. С тех пор фестиваль с каждым годом только набирает обороты, становится больше номинаций и в разы больше участников. В нашем университете учатся 700 иностранных студентов из 15 стран. Практически на всех факультетах есть иностранные студенты. Очень много их. На юридическом факультете, физико-математическом, географическом, факультете иностранных языков, факультете физвоспитания. И, конечно же, кроме учебы, иностранные студенты, как и наши белорусские студенты, очень творческие люди. Поэтому они не только учатся, но и проявляют себя. На протяжении нескольких недель иностранные студенты участвовали в конкурсах, олимпиадах, семинарах, турнирах и спортивных соревнованиях, раскрывая себя с новой стороны и показывая, сколько талантливых и одаренных в числе студентов-иностранцев. Своеобразным подведением итогов стал концерт закрытия «Мы дружбу согреты», который своим разнообразием позволил существенно пополнить багаж ярких студенческих воспоминаний. В рамках концерта особо отличившиеся студенты получили заслуженные награды. Этот фестиваль позволяет иностранным студентам показать свои творческие возможности, помогает лучше адаптироваться с белорусскими студентами и объединяет нас еще больше. Общий язык с белорусскими студентами, конечно, создается, и у нас очень хорошие отношения, и они нас уважают, и мы их уважаем, и познаем друг друга, познаем культуры двух дружных народов. И в этом плане университет играет очень большую роль. Немножко мы знали в Туркменистане русский язык. Там тоже есть население, которое русскоговорящие люди. Так что мне сейчас и когда я приехал, вообще не было тяжело. Потому что, я не знаю, с детства, что ли, мы смотрим русские фильмы. Просто чувствуется дух русского народа. Я доволен учебой. Я, в конце концов, люблю Беларусь. Именно город Брест. Маленький, но миленький, знаете, я другими словами не могу объяснить это. Фестиваль объединил не только студентов-иностранцев, но и всех обучающихся Пушкинского университета. Танцы, стихи и песни, которые звучали на сцене, были значимой частью праздника таланта и разноцветия культур. Традиционно в течение 10 лет этот фестиваль объединяет ребят разных национальностей, помогая узнать культуру других лучше и подружиться. Ведь дружба делает нас сильнее и заставляет двигаться к новым достижениям и целям. Фестиваль иностранных студентов говорит о таком диалоге культур, когда студенты показывают свои национальные танцы, свои национальные песни, вместе с тем исполняют замечательно и белорусские песни. И та атмосфера, которая существует между нашими студентами и иностранцами, говорит о том, что они в Белоруссии получат не только качественное образование, но они еще найдут много друзей, которые останутся с ними на всю жизнь. Ирина Кузьмич, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БукТВ.